car. Чего-чего делаю? Назук фотографирую. Вернее, с назуком фотографируюсь. Не видишь, что ли? Оказывается, назук – это чисто саратовское лакомство. И в других городах о нем ничего не слышали. Представляешь? И вот саратовский фотограф на днях запустила в Инстаграме назук-челлендж. Суть простая. Делаешь фотку с назуком и выкладываешь в социальные сети с хэштегом назук-челлендж. Больше фотографий – больше вероятность, что вот об этой желтой сдобе узнают в других городах. Ну и в конце концов, согласись, мир же должен знать, что едят в Саратове. Кстати, новость о челлендже я прочитала на информационном портале saratov24.tv. Заходи, там есть еще много интересного. Я уверена, найдешь что-нибудь и для себя. Ну, а сейчас о мероприятиях. На этой жаркой июньской неделе обязательно загляни в Радищевский музей вечерком. Там сейчас проходит выставка произведений Энди Орхола и Роя Лихтенштейна. Тебя ждут шикарные шелкографии двух главных фигур поп-арт движения. Орхола даже сравнивают с типографским станком, изображающим знаменитости и знакомые всем популярные товары. На выставке представлена одна из самых известных его работ «Вымирающие виды». Это серия из 10 портретов редких животных – амурского тигра, африканского слона, орангутана, черного носорога, зебры Грейви и других животных. Второй по популярности фигуры поп-арта можно смело назвать Роя Лихтенштейна. Это он перенес знаменитые американские комиксы со страниц журнала на форматы 2 и 3 метра. Рой Лихтенштейн стал лауреатом различных премий. Его работы бьют ценовые рекорды на аукционах. Познакомиться с работами можно до 28 июля в Радищевском музее. Но чем раньше, тем лучше, чтобы не быть белой вороной, ведь многие саратовцы уже побывали в музее и обсуждают выставку. В выходные в Саратове обещают жару, поэтому я уверена, что хотя бы на 2 дня нужно бежать из города к воде. Хороший вариант – это сплав на байдарках по реке Медведица. Только представь, из жаркого офиса уже в пятницу вечером ты отправишься в путешествие. Кстати, ты можешь отправиться всей семьей, с друзьями, ну или один и обрести там новых знакомых. Никаких специальных навыков и умений от тебя не требуется. Опытные инструкторы помогут справиться с походным бытом и сделать отдых приятным и беззаботным. В программе «Красивая река», песчаные пляжи, удовольствие от движения, рыбалки, различные игры, подвижные, интеллектуальные, командообразующие. А также будут посиделки у костра, походная баня и домашняя кухня. Все необходимое туристическое снаряжение предоставляется. Поэтому скорее собирай компанию и записывайся. Телефон для записи вот здесь. А теперь перейдем к нашему розыгрышу. В пятницу я разыграю 2 билета на главное событие этого лета – Машин Хэд Шоу. Огромная площадка, киловатты звука и море рока. Все это и многое другое ждет тебя уже в эту субботу в загородном клубе «Роджер». Хедлайнеры главного шоу лета – «Дави на газ», группа «Шнурки», «Линкольн Парк», «Большие города», «Солнечные дни» и многие другие. Розыгрыш билетов пройдет, как обычно, на телеканале «Саратов-24» в пятницу сразу после 8-часовых новостей. Но если ты не хочешь испытывать удачу, а на Машин Хэд Шоу точно хочешь попасть, тогда скорее отправляйся за билетами. Купить их можно на сайте vipscena.ru. Ну а на сегодня это все мероприятия. Я буду выкладывать скорее свое фото с назуком в Инстаграм, а ты планируй свое свободное время. Пока-пока!